Стартует вся страна. Тобольск готовится к участию во всероссийском массовом соревновании «Лыжня России». С 11 часов начнутся забеги спортсменов на дистанцию 5 километров, массовые старты на 2 километра, а также специальные дистанции для детских садов, начальной школы и VIP-забегов. В этом году мы сделали дистанцию семейную. И, как мы понимаем, год семьи мы не могли «Лыжню России» обойти без этого. Поэтому я очень надеюсь, что соревнования пройдут успешно, хорошо. Они в 20-й раз будут проходить в Тобольске. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 1500 участников. Торжественное открытие «Лыжни России» на стадионе «Тобол» начнется в 10:45.